Ронда 3 оснащен только одной кнопкой, что делает включение и выключение вашего аудиопроцессора невероятно простым. Давайте посмотрим, как это делается. Чтобы включить Ронда 3, нажмите кнопку On-Off, расположенную в центре крышки аудиопроцессора, и удерживайте ее в течение примерно 2 секунд. Если вы еще не очень хорошо знакомы с Ронда 3, вам может помочь крышка Simplicity, на которой отмечено расположение кнопки On-Off. Когда аудиопроцессор включен, главный световой индикатор плавно загорается белым светом, после чего гаснет. Затем главный световой индикатор будет мигать синим цветом, показывая, какая программа в настоящий момент активна. Одно мигание показывает, что выбрана программа 1. Два мигания — программа 2 и так далее. Если активизирована функция проверки соединения, световой индикатор будет мигать красным цветом. Световой индикатор мигнет зеленым цветом, когда Ронда 3 будет правильно расположен на вашей голове. Ронда 3 должен быть размещен над вашим имплантом, стороной с логотипом Медел к коже головы и микрофонами, направленными вверх. Чтобы выключить ваш аудиопроцессор, нажмите кнопку On-Off и удерживайте ее в течение примерно 2 секунд. Вот так просто. Нужно всего лишь нажать на кнопку Ронда 3 и готово.